Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Нещодавно у Хмельницькому відбувся творчий вечір «Сторінки пам'яті нетлінної». Тема пам'яті – тема часу, краси, простору, часу. Як на мене, вона дуже цікава. І взагалі от є люди у Хмельницькому, які дійсно небайдужі до цієї теми. Вони її розглядають крізь призму мистецтва, крізь призму культури, історії, філософії, етикету. Ну, тобто багато чого різного. І ці люди от, так об'єдналися в таку організацію, як «Хранителі спадщини». І сьогодні у мене в гостях керівник цієї організації. Гадаю, що багато чого цікавого ми, власне, дізнаємося. Добрий вечір. Добрий вечір. Радіміре, ну, спочатку, звичайно, я звернула увагу на ваш образ. Я називаю це образом. Та, у вас жилетка, у вас годинник? Да, це старинні часи, імітація старинних часів. Вот. И для нас, для нашей встречи, которую мы провели недавно в методическом центре, здесь рядом, возле телевидения, это символ времени и символ памяти. А вы не открываете или нет? Да. Да? Вот. А покажите, покажите. Вот. Это старинные часы 19 века, вот с таким двойным вот... А ну відкрити ще раз, відкрити. І вони йдуть, все нормально? Да, да. Да? Да. На йдуть. Камеру покажіть нашим глядачам, да. Цікаво дуже. Да, точно. Ну, это имитация, конечно, под старину, но, тем не менее, оно имеет историческую такую где-то основу, вот, сам дизайн этих часов. Это имитация старинных часов реальных. Ну, якщо ви так вдягнулися, значить, ви комфортно відчуваєте себе у такому образі? Сейчас да, потому что основная тема у нас средневековье, и мы занимаемся реконструкцией средневековых костюмов, это средневековый театр. А сейчас мы также увлеклись эпохой 19 века, тоже эпоха, которая нам очень близка в связи и с нашей культурой, которая в Украине расцветала в то время. Uh-huh. Вот, это культура поместья, старинных значит, замков, храмов, строительства храмов. Uh-huh. Вот, и культура, которая предполагает определенную систему поведения. То есть отношения между людьми, это этикет, вот, это определенный образ мыслей, определенный образ поведения. Ну, я знаю вас не один рік, і я дійсно знаю про те, що ви дуже захоплювалися саме періодом середньовіччя. Та? І, власне, от на цьому вечорі, який у вас відбувся, дійсно ви заявили про те, що коло ваших оцих хранитель спадщин значно розширилось коло тем, коло оцього часу і періоду. Та? У нас є фрагмент з вечора, така невеличка відеонарізка, і ми зможемо трошечки зануритися в цю атмосферу. Давайте подивимося. Жди мене. Вчера. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера.
от, власне, тільки от по цьому відео ми вже можемо сказати про те, що тут є дійсно суміш різних епох, різних культур. Та? От, давайте, от, ніби як з самого початку, власне, вірш «Жді мене» Сіменова, та? Це час Другої світової війни. Чим близька вам ця тема? Я знаю навіть про те, що ви ну, безкоштовно абсолютно реставрували панораму визволення нашого міста Проскурова, та, от, яка зараз Палац творчості дітей і юнацтва. Тобто ви не байдужі до цього. Вас це дуже хвилює. Да. Когда я был еще ребенком, учился в школе, у нас много проводилось работы, связанной с популяризацией этой темы, но было такое где-то ощущение такого где-то казенного патриотизма, знаете. Вот. А я с годами почувствовал, что эта тема мне настолько близка в связи с тем, что ветераны уходят из жизни. И, наверное, что-то вот я не сделал в своей жизни для этих людей. И вот мой отец, например, он написал ряд картин на эту тему. Он писал с натуры ветеранов, оставил такой след в области изобразительного искусства. Давайте вот. Для тех, кто не знает имя, прозвище, назвал батька ваш. Эдуард Милляр. Это мой отец, и он очень много сделал вот для того, чтобы действительно отдать дань уважения и памяти этим людям. А нам тоже хотелось что-то для этого сделать. И я реставрировал действительно панораму эту в таких было сложных условиях, поскольку это большая высота, и там было много разрушений красочного слоя. Вот. И вот мне было очень приятно это сделать именно бесплатно, знаете. Дуже багато людей взагалі не знають про існування цієї панорами. Нещодавно ну, моя знайома просто говорила, наприклад, про те, що ви знаєте, до мене там з Німеччини приїхали друзі, і вони саме хотіли подивитися радянські будівлі, от, архітектуру, що як, і от потрапили випадково от саме у цей музей. І то вони просто були в шоці від такого, те, що у нас є. І вона мені каже: Наталя, чого ви про це не розповідаєте? Я кажу, ми розповідаємо. Якраз журналісти про це дійсно розповідають, у нас і сюжети були про цю панораму, а якось хмельничани дійсно мало про це знають. Ну, тим більше зараз на те, що у нас в країні йде війна, і оце те, що захист рідної землі та, від ворога, патріотизм цей і приємственність поколінь, оте, от, мабуть, тому ви і так і торкаєтеся цієї теми. Да, і у мене була така ідея от, зробити творчий вечір на тему, зв'язану з такою сложною проблемою. Вот, це художник в трагічну епоху. Вот, роль художника. Ви вважаєте сьогоднішню епоху трагічною? Роль, да. Роль творца, роль художника в трагическую эпоху, когда действительно гибнут люди, когда многие люди дезориентированы, и особенно интеллигенция. Потому что, если вы знаете вот историю прошлых революций, войн, интеллигенция всегда попадала под жернова вот такого исторического периода. И люди часто терялись в этом времени. Вот. И это действительно трагедия и интеллигенции, и народа. И, ну, а вы, вот, как митець, так само интеллигент, вы відчуваєте теж оцю розгубленість в цьому часі, в якому ви зараз живете? Можливо, ця розгубленість тоді вас кидає саме на ті площини середньовіччя, та, от, 17, 18 століття, 19? Да, конечно. Мы испытываем вот все происходящее, мы как бы берем на себя. Мы очень как бы глубоко и остро воспринимаем все происходящее. Но другого способа каким-то образом помочь вот людям действительно сохранить себя, да, сохранить свое лицо, иметь свою гражданскую позицию, помогает нам искусство, творчество. Ну, ми повертаємося до того сюжету, що ми бачили. Та для тих, хто приєднався, я просто можу сказати, що сьогодні у мене в гостях Радімір Міллер, він є керівником організації «Хранителі спадщини». От. Мене дуже приємно вразило це дефіле історичних костюмів. Мені здається, це у вас вперше.
Да, это был такой экспромт, импровизация, вот, как и многое для нас, это был эксперимент. И нам было очень приятно работать вот с Дмитрием Барановским, с Александрой Маршал, которые помогали делать это дефиле. И мы представили костюмы, которые, ну, являются таким воплощением образов уже в области театра, кино. Вот. И мы решили сделать такое дефиле, и, знаете, очень хорошо воспринимал зритель, потому что это такой легкий жанр, но он доступный и очень яркий. Ну, це вже такий пішов зріз сучасності, тобто да. подача історичних костюмів, да. але, да, але через таке сучасне сприйняття. Конечно, так? Воно хорошо воспринимается современным зрителем. Угу. Вот. Поэтому мне, конечно, намного ближе, допустим, театр, кино, вот, которое мы снимаем. Вот. Но такие жанры тоже иногда нужны, потому что они доходчивы и понятны. Це якраз і потрібно робити тими засобами, які на сьогодні сприймає дійсно сучасний глядач. На вечері звучало дуже багато різної музики, дуже якісної, хорошої. Я просто в захваті від Тетяни Чигрін, вашої дружини та піаністки. Спасибо. Просто високого класу. І я, ну, не могла відмовити собі і нашим глядачам в задоволенні послухати от її виконанні. От фрагмент, та, музичний, і, ну, почути під абажуром ввечері гарну музику. Це ми почули реквієм за загиблими. Радімір, у нас є деякі фотографії, тому що у вас дійсно є багато учнів. Ви художник, у вас є багато учнів. І оця тема, яку ми зараз торкаємося саме в цій програмі, пам'ять і час, вони взагалі нерозривні між собою. Та? І є роботи, які ми можемо подивитися, або фрагменти робіт. І я просто хотіла би, щоб ви це прокоментували. Та? З удовольствием. Давайте подивимося. Работа Вячеслава Дармограя – это библейская тема. Мы ориентировались на технику старых мастеров, это прежде всего Рембрандт, вот, и связано с историей, библейской историей, которая называется «Жертвоприношение Авраама». И в этой картине он проявил не только свой талант, но и способность воспринять именно технику живописи древних мастеров голландских. Где использовался мазок, особые какие-то технологии вообще самой живописи, ему это удалось. И, наверное, вот эту работу мы выделили среди всех. Эмоция просто вражає, да. Та, яка є на картині. Это разговор с Богом, портрет. Как бы, да, да. по сути. Да. Мы можем далі дивитися. Следующая работа, це это работа, да, фрагмент работы Ирины Стасюк, касается нашей тематики, это «Вечность и тлен». О, там напись, да, вот это латиною. Напись, да, значит, «Вечность и тлен», где Ирина пыталась передать вот эту идею памяти как возрождение прошлого. И там основная фигура – это Хронос. Это Хронос, символ времени. В римской мифологии это Сатурн. Вот, и в руках у него песочные часы. Мы можем это тоже увидеть. У нас есть даже фрагмент этой картины.
Зараз режисер. Пісочні часи, ви бачите, де час перетікає, да, з одної колби в другу, час тече, зміняється і в кінці кінців зникає в пространстві космосу. Вот. Но чоловік, він і пам'ять о ньому, о його діяннях, вона залишається вічною. Так же, как и искусство. Вечно, жизнь кратка. А це точно. Наступне що да. Це следующая работа, это работа Натальи Колесник. У нас с ней по поводу нашей не студии. Здесь это спільна ваша работа, не? Да, мы начинали ее вместе. Но моя задача именно в том, чтобы передавать свое мастерство и свои многие идеи не только ученикам, а нашим, прежде всего, сотрудникам. И Наталья является нашим сотрудником и человеком, который уже работает самостоятельно, как художник. Вот. И у нее большая перспектива, на мой взгляд, и она нам помогала в организации этого творческого вечера, за что я ее так великодушно, душевно благодарю. Поверніть нам ще, будь ласка, цю картину, поверніть її назад. Це теж фрагмент, ми зараз про нього поговоримо. А, та, сюрреалізм, наскільки я розумію, багато дуже символів. Да. Та, це не так просто малювати, до речі, тут треба мати дуже багато знань, я вже не кажу професії художника, та, дуже багато знань із філософії, з історії, і різні знаки. От, скажіть знову ж таки, що ми тут бачимо. Да. Тут дуже багато закодовано всього. Стиль, да, это сюрреализм. Вот, но там есть различные такие признаки и других стилей, направлений. Например, это космизм. Вот, это определенная эзотерическая, такая символическая подборка, набор таких символов, которые выражают как бы сущность этой композиции, этой картины, ее идейную составляющую, идейную основу. И в этой работе она хотела выразить такую идею, как красота в пространстве и времени. Mm-hmm. То есть, что не только искусство вечно, да, но и подлинная красота, благородство, они тоже вечные, и они существуют как бы во Вселенной, да, и они нетленны. Ну, мы говорим про час, и там есть один из символов, это, ну вот, можно про це теж поговорить, mm-hmm. и далее мы еще про інше поговорим. Да. Но это так само идут эти песочные годинник. Да, это предыдущая вот картина, это продолжение, в общем, вот картина «Красота в пространстве и времени», это продолжение темы времени в предыдущей картине, которая называется «Пространственно-временной континуум». Вот, больше касается научной тематики, философской, вот, теории Эйнштейна, теории относительности. Вот, и в ней Наталья тоже пыталась понять, что такое время. Вот, как Августин Блаженный говорил, да, что нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее. Вот, и вот в этой работе она пыталась выразить эту идею. А в последующей уже картине, где представлена царица Нефертити, она хотела показать, что сам образ вечной женственности, воплощенный в этой царице, он проходит сквозь века, как и все вечное, которое есть на Земле. У нас там еще есть сонячный годинник, вот, власне, мы его сейчас и бачим. Это исторический такой вариант часов, значит, который называется гномон. Это египетские часы, где в центре мы видим кошку Басту, вот, поскольку египтяне, они исповедовали еще тотемизм, да, точно, то вот, точно. Видите, там внутри, да, такая, я уже зараз побачила, и тень тоже от нее, вот, как бы символически, так, силуэт такой кошки. Вот, по краю там идут иероглифы, вот, и мы как бы соблюдали такие вот где-то исторические моменты вот, в создании этого образа времени. Ну, взагалі, хранителі спадщини, от ваша організація, да, ви дійсно в різних напрямках вивчаєте от найкраще, та, що було в інші часи. От, це ми бачимо і образотворче мистецтво, це і театр, до речі, про який ми зараз буквально декілька слів та, поговоримо. Це і музика, це і етикет, філософія. От, щодо театру, тому що от деякі фотографії мене просто вразили, і знаю, що ви торкалися більше теми, знову ж таки, середньовіччя в театральних постановках, та? Чи буде щось ближче до нашого часу? Ну, поскольку у нас главный принцип, вот, который мы исповедуем в нашей организации, это ориентация на вечные ценности. Поэтому нам все равно, какую мы берем эпоху, нам ближе средневековье, вот мы сейчас занимаемся 19 веком, главное, чтобы оно выражало эту идею. И поэтому, даже когда мы ставим произведение на тему Средневековья, мы ориентируемся на современного зрителя, на современного читателя, вот, на определенный уровень развития человека нашего времени. Поэтому я думаю, что они будут современны всегда. Ну, тому що тема така, та, бо тема кохання, та, тема відданості жінці. Це вічна тема.
Це та тема, Искусство. Яка дійсно хвилює постійно. Та? Ще у вас є такий дуже цікавий напрямок – це фототеатр. Да. На мене, як на мене, жанр дуже цікавий. От ви коли створюєте ці фотографії, ці образи, що ви хочете донести до глядача? Чим ви хочете його привернути? Тому що там не є фотографія в чистому вигляді. Да. Это фотокартины, я так их называю. Вот. И потом там есть интересный момент перевоплощения. То есть это театральная такая вот где-то фотография, мы ее называем фототеатр, где модель, это не просто модель, знаете, что такое модель? Это что-то такое неживое. Вот. А это живой образ, который воплощает какой-то персонаж из наших произведений или просто обобщенный персонаж, вот, который передает эпоху. Можливо, там, мне тоже, кажется, дуже багато є. А у нас є, ми, в принципі, зібрали от деякі ваші фотографії в один сюжет, і ми можемо зараз от подивитися, і дійсно те, що ви побачите, ну, мене, наприклад, вразило, мені було це цікаво. Спасибо. Вражає найбільше те, що фотографії наповнені духовністю, наповнені емоцією. Тобто не фотографії, а в стан оцей, який є в кожного героя, кожної фотографії. Звичайно, я звернула на фото, де ви там в снігу. Це фотошоп чи що? Це в обладунках, в снігу. Это была такая экстремальная фотосессия, была пурга, такой вот как бы был... Вы хотите сказать, что это справжнее, да? Да, это был очень холодный зимний день, вот, и снег, был снегопад, значит, и был сильный ветер, вот, и мне было очень трудно сниматься в доспехах, потому что под доспехами у меня была только рубаха. Господи, еще и металл вот. До того. Да, да, и, конечно, я очень замерз. Вот в этот момент, и где-то несколько часов подряд мы снимали вот в таких условиях, вот я весь промок до нитки, и я вообще-то не пью, но после этого мне пришлось согреться, так сказать, горячительным напитком, вот, и я не заболел, слава богу, вот. Да. Но потом еще Сергей Рябой, который является нашим фотографом и помогает нам, он, в общем, на фотошопе еще вставил туда пару волков. А, вот это Вовки, да, то это уже было фотошоп. Композиция стала еще более драматичной. Драматическая и, в общем, такой даже где-то трагическая. И очень интересная такая вот фотокартина, я считаю. Ну, взагалі, жанр фототеатру, він не сьогодні з'явився. Це дійсно він достатньо вже давній. У нас є навіть теж старовинні фотографії, які ми можемо по ходу от прокоментувати і розказати про це. Оце теж фототеатр. Да. Вот. И в этих работах мы видим, что уже в 19 веке, в середине, не второй половине 19 века, фотохудожники уже пытались делать то, что сейчас считается ноу-хау. То есть все новое – это хорошо забытое старое. И мы вернулись к этому жанру. Я думаю, что это очень интересно для нашего зрителя. По крайней мере, в Хмельницком это такой редкий жанр. Така тематична, дійсно, фотографія, і дійсно вона вражає. Якщо ми вже так заговорили про фотографії, то переглядаючи ті фото, які є у вас в архіві, я побачила одну фотографію, яка мене теж дуже вразила. От, але коли я ще дізналася про те, що це взагалі там немає ніякого фотошопу, це от оригінальна абсолютно фотографія, то мене це вразило ще більше. Я хочу це зараз вам теж показати. Оце фотографія, без фотошопу, без нічого зроблена. Радімір зараз про неї розкаже. Да, это фотография Лауры Герасименко. Она очень интересный фотохудожник, и мы с ней сотрудничали. И здесь мы сделали такую выездную фотосессию.
привели. Це після вашого весілля? Да, да. Ви бачите, що вот. Таня в сукні? Это было, да, это было, значит, на венчание. Вот, и мы решили как-то ознаменовать этот день, оставить его в памяти, как вот у нас тема памяти. И был прекрасный солнечный день, голубое небо. Вы чарівний рыцарь? Да. В вот. Обладунках и на коні? Да, я был на коне в тот момент. Мужний? Да. Да? Да. И Таня, вот. Ты дитна и зворушлива? Да. И тут композиционно очень интересно получился такой тоже экспромт, прозрачная ткань. А тоді був вітер, да. Та, що воно так ветер, от розвивало? Вітер, розвивалась, вот эта ткань, она как бы розвивалась очень красиво. Вот, и я считаю, что такой уникальный кадр получился. Це просто шедевр, тому що дійсно настільки ми сьогодні звикші до фотошопу, та, що от не віриться, коли тобі потрапляють на твій огляд, спостереження твоє, от подібні речі, то, звичайно, вони вражають. Радімір, час наш вже просто катастрофічно підійшов до завершення, та у вас є можливість звернутися до глядачів і сказати їм якісь свої побажання? Да, конечно, я бы очень хотел сказать много о тех людях, которые нам помогают. Вот поблагодарить вас за приглашение. Да, это уже не первый раз. Вы нам помогаете раскрыть себя и донести немного информации нашим зрителям, тем, кто не смог побывать на наших выступлениях. Поблагодарить Владимира Мислиборского за съемки фильма, вот, который, надеюсь, мы в будущем еще представим. Угу. Вот. И Татьяну Щегрин как руководителя и как моего очень близкого друга, ну, да. И соратника, и не только. Только, да. Вот. И многих-многих достойных людей, которые нам помогают и принимают участие в нашем проекте. Угу. Спасибо вам от всей души. И я дякую вам за участь в программе. Мне было цікаво. Дякую вам. Спасибо. Да. Ну и дякую нашим глядачам. Это была программа «Під абажуром». Ну, звичайно, давайте от берегти оте гарне, хороше, що було колись, і створювати щось власне, от примножувати оту людську красу. Всесвітню людську красу. Так? І пам'ятати про те, що колись нас теж будуть вивчати, щоб не було соромно. До побачення.